Юрий Ковалев, терминал «Восход», Санкт-Петербург, отъезжал объяснять Федеральной таможенной службе о том, как на самом деле транзит идет по Турции. Добрый день, коллеги. Спасибо, Алексей, что пригласил. Я, как большинство из вас, помогаю клиентам минимизировать издержки при доставке товаров из одной части мира в другую, но в основном сконцентрирован на то, чтобы издержки от госорганов снижались. Собственно, об этом и хотел поговорить, как госорганы нашу отрасль регулировали в прошлом году и, ну, возможно, как будут в следующем. Значит, вот я тут раскрасил зеленым и красным цветом, что делало государство для всех нас и для торговли. Ну и, собственно, как следствие от торговли для контейнерного импорта-экспорта. Первое – это, наверное, обнуление пошлин. 108 миллиардов рублей государство простило участникам ВЭТ, импортерам. Ну, мне кажется, это положительно повлияло на то, что объемы смогли сохраниться. Второе – по значимости – это, конечно, параллельный импорт. Достаточно оперативно таможня это сделала, остановлюсь на этом. Дальше это маркировка акцизными марками на таможенных складах. Это не так сильные объемы, но, мне кажется, очень порадовало людей, потому что лет 20 об этом отрасль говорила. Красное – это то, что у нас прекратился условный выпуск, у нас запрещен вывоз импортных высокотехнологичных товаров, валюта, перевозчики европейские запрещены. Ну и так по мелочи еще разрешили, либерализовали правила по сертификации, профили риска поменьше срабатывают, это объективная статистика, ну и побыстрее все оформляется. Значит, поподробнее. Ну, параллельный импорт, все об этом знают, тем не менее это работает, это позволяет все-таки сохранять какие-то объемы ввоза товаров. Проблем почти нет, то есть таможня сейчас не выясняет, где вы купили. Главное, чтобы товар не был контрафактный. А какими там цепочками это доехало, где там правообладатель, это не так принципиально. Ну, на мой взгляд, это очень позитивная история. И как для потребителей есть шанс подешевле получить товары, и как для профессиональных участников отрасли. Второй момент, вот то, о чем я уже говорил, акцизные марки. Теперь у нас Калининград, Питер, Москва, Смоленск, Краснодарский край могут работать, маркировать алкоголь в России. Понятно, что это там 30 миллионов примерно бутылок у нас Прибалтика маркировала. Для контейнерного импорта, конечно, это не бог весть что, тысячи контейнеров, но тем не менее все равно позитивный, я считаю, сдвиг. Так что, в общем, верим в то, что алкоголь не подорожает. Мне кажется, в нашей отрасли это важно. Вот, минусы. Значит, полностью прекратился условный выпуск. Раньше можно было привез товар, забрал его со склада, в течение 45 суток получил сертификат соответствия и все. Сейчас так нельзя. Приходится храниться на портовом складе или СВХ до получения сертификата. Значит, проблема 311-312 распоряжения. Высокотехнологичную продукцию импортную из России увозить нельзя. Особенно эта болезненная история сказывается, если контрагенты прислали что-то некачественное, соответственно, вернуть по рекламации это нельзя. Очень сложно вывести какую-то технику на ремонт, на дооснастку. То есть Минпромторг месяца три дает разрешение, и кучу бумаг требует с тебя против того, чтобы что-то разрешить. Ну и проблема по-прежнему 10 тысяч долларов, предельное количество денег, которое можно вывести. И вот была история с судовыми кассами, когда просто капитанов штрафовали, что у них там больше 10 тысяч долларов в кассе, и физически эти деньги отнимали. Перецепка тоже, я считаю, негативный фактор. То есть у нас сейчас европейские грузовики с тремя
ну, где-то процентов 15-20 товаров по нынешнему перечню, планируют расширить еще в 2-3 раза, не могут заехать вглубь России. То есть они должны на приграничном складе перегрузиться или перецепиться. Но с перецепкой тоже не все так просто, то есть по сути перегрузиться. Либо они уже на границе должны сразу подогнать российский тягач, потому что иностранный прицеп передавать нельзя. Ну, по сути, это дополнительный налог на перевозку, который тоже, в общем-то, снижает привлекательность перевозок и на внешнюю торговлю сказывается незначительно. Хорошая новость то, что можно по-прежнему достаточно либерально обходиться сертификатами соответствия, использовать чужие. Вот. Это, я считаю, позитивный фактор, за что, в общем, можно поблагодарить родину. Таможня худо-бедно все-таки использует искусственный интеллект, поэтому очень много деклараций попадает на авторегистрацию, авто выпускается примерно каждая третья декларация. Там есть обратная сторона, что в течение 3 лет на постконтроль приходит таможня и доначисляет все то, что она не поймала на этапе выпуска. Но, по крайней мере, скорость оформления реально выросла и, в общем, чуть-чуть попроще стало оформляться. Значит, с 2024 года все, кто работает в портах, забудет про отштамповывание погрузпоручения. Ну, это то, что до сих пор существует, и с экспортом приходится бегать, значит, эти штампики ставить. Надеюсь, что через год мы все об этом забудем. Это из хорошего. Ну, по мелочи понятно, что были и положительные решения, отрицательные. Положительные тяжеловесы попроще стало возить. Очень много и сейчас достаточно быстро таможня реагирует, что если есть узкое место и пункт пропуска не вмещает все прибывшие товары, она берет рядом какой-то терминал, называет его тоже пунктом пропуска, и там происходит, собственно, оформление прибытия-убытия. Это вот сейчас Новороссийске на Нутепе есть для паромов такое место, в порту Кавказ, ну, в общем, много где, это сейчас процедура стала попроще. Ну, негативный фактор – это, конечно, Крымский мост и то, что, по сути, половину портов Азово-Черноморского бассейна закрылось. Ну, тут можно много еще каких-то более мелких. Обсуждали 521-е постановление о том, что лес там полгода не давали вывозить через Казахстан и так далее. Ну, мне кажется, это уже не так существенно. В общем, переходя к выводам, таможня стала меньшим злом по сравнению с международными финансовыми институтами, санкциями и кривой логистикой. В общем, как-то меньше голова болит по поводу, что там таможня сделает, больше голова болит, уйдут ли платежи в евро или что-то в этом роде. Вот. Ну, параллельный импорт, повторюсь, это хорошо, и, наверное, это было бы здорово и оставить, даже если вернутся бренды, потому что, в общем, зачем платить за колодки Mercedes втридорого. Вот. Ну, кое-какие минусы тоже есть. Ну, очевидно, что быстро мы от них не избавимся. Пока европейцы не будут пускать наши машины, мы не будем пускать их, ну и так далее. На этом все. Спасибо. Готов ответить на вопросы. Спасибо, Юрий. Коллеги. Спасибо. На самом деле, ну, Mercedes есть не у всех, ну да. Ну да, спасибо.